Более 500 жителей Башкортостана воспользовались льготной программой сельской ипотеки. По объему выданных средств республика лидирует среди регионов страны. Об этом сообщили в Минсельхозе республики. За 3 месяца действия госпрограммы банки региона выдали кредитов на 1 миллиард рублей. Предварительно одобрены еще около 1500 заявок на сумму свыше 3 миллиардов рублей. Больше всего сельскую ипотеку оформляют жители Уфимского, Стерлитамакского и Кармаскалинского районов. В основном заемщики – молодые семьи до 35 лет. Предпочтение жители села отдают покупке квартиры – 40% частным домам. У нас на территории республики являются уполномоченными 3 банка. Это Россельхозбанк, Сбербанк и Акбарсбанк. На данный момент времени, видя актуальность этого направления и востребованность, Минсельхоз России объявил о дополнительном отборе банков, которые будут участвовать в этой государственной программе. Всего на сегодня сельской ипотекой воспользовались 3800 человек в 61 регионе страны. Банки выдали кредитов на 7 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом совокупный объем полученных финансовыми организациями заявок превышает 140 миллиардов рублей. Минимальная ставка по госпрограмме составляет 2,7%, а сумма кредита на покупку жилья до 3 миллионов рублей. Получить льготную ипотеку могут как жители села, так и горожане, которые приобретают жилплощадь на территории района.